Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Так, забегаем на тренировку. Завершить. Ну что, сразу отправляем их опять прокачиваться. Заберем награды. Так, 18 карточек на Санта-Клауса. И... Так, слушай-ка, ну Лорд Пустоты — это уже неплохо. А Лорд Пустоты у меня вообще прокачан или нет? Так, 21 карточка на Санта-Клауса будет разыгрываться на арене. Ну, я возьму, наверное, вот этот отряд. А, этот отряд я не возьму никак. Ну что, поехали. Как обычно, фехтовальщик. Впереди планеты всей у нас. Угу. Поехали. Опа, опачки, бродяжка, ты не припухли, а? Вышел он тут, посмотри на него. На-ка. Выкусил. Джиггернаут на своих маленьких колесиках. Хоп-хоп. Молодец, нашинковали его. С одного удара вынесли ему замок. Ну и по итогу... Да не надо мне ничего дарить. По итогу мы с тобой... Сейчас посмотрим, что на ежедневке. Ребята, король разыгрывается. Ну, как ты понимаешь, король у меня есть. Он полностью по фулке прокачан, поэтому нет смысла мне сюда идти. Давай-ка мы лучше... А я что, сундук не забрал? Как это так? Как-то я не забрал сундук, друзья. Так, у нас с тобой две территории остается. Три. Захватчики, нефритовая долина и фабрика роботов. Ну что же, раз фабрика роботов, наверное, с нее и начнем. Кстати, давным-давно я не видел здесь... вот этого робота, я уже забыл, как его звать-то. Как же его величать-то? ПВГшка или как там она? Ну что ты делаешь, Рэй? Вот что ты сейчас сделал? Вот для чего это? Как она называется? Я уже забыл. Блин, забыл, как ее величать, эту пушку-то, а? Ого! Ну-ка, давай завязывай, ребята, хорош уже тут. Смотрю, забаловали совсем в корень. Фига себе. Давай, давай, голема, выходим. Так, он сейчас, наверное, еще опять позовет ее, нет? Вон она идет. БФГшка, ё-моё, БФГ, ребят. Вот как ее величать, вспомнил. Что, он достал меня уже в корень. Ну, бомбим теперь замок ему. Быстренько. Я еще заморозку включу, чтобы вообще без шансов ему здесь, да, навалять. Вот, в принципе, и все. Да, БФГшка вот она такая, ребята, противная штука. Бомбит, отпрыгивает и опять бомбит. Так, ну что, на втором этапе нас поджидает опять БФГ. Слушай, я думаю, наверное, мы возьмем все-таки другой отряд. Возможно, даже вот... Нет. Ну, не топовый же брать, ёк-макарёк. Давай вот этим попробуем. Тут и щитобот есть у нас, да? И паладин. Нет, 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 нет. Ты что делаешь-то? Ты успокойся давай, а? Блин, сейчас бомбанет. Эть. Так, срочно берем всадника. Садник знает, что делать. Давай, 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 давай. Идите сюда, вы достали эти БФГшки. На тебе там. В спину ему. Правильно, вот так вот. Ты посмотри, а. Ты посмотри, что вытворяет. Блин. Щитобот, конечно, ребята, очень, очень раздражает сильно. Нужен всадник на журавле. Он может нам как-то хоть помочь здесь. Паладина даже наказал, прикинь. Ну-ка, ускоряемся. Ну, думаю, что здесь ему кранты. Была попытка, конечно, его здесь выиграть, но мы его все-таки продавили. Ну что, друзья, переходим на следующий поединок, на третий. Здесь у нас бомбер.
бомбер, БФГшка и щитобот. Что сделать-то? Ну, я, наверное, возьму этот же отряд. По крайней мере, здесь всадник на журавле есть. Хотя там ниндзя, но БФГ очень быстро сносит ниндзю. Всадник на журавле все-таки он будет покрепче. Так что сейчас посмотрим, как у нас здесь карта лежит. Угу. Так, щитобот пошел. Следом всадник на журавле. Я так думаю, надо вызывать это самый оптимал. Угу, угу, хорошо, хорошо идет, нормально. Так, давай еще одного щитобота, наверное, позовем. И еще одного всадника на журавле. Что там происходит, не пойму. Так, заморозили. Я даже успел друидку, прикинь, позвать. Вон она идет. Ладно, все равно надо было ее позвать. Мало ли что-то пошло не так. И она бы нам помогла. А здесь все у нас вроде бы нормуль. И она справилась. Ну что, друзья мои, предпоследний этап. Здесь хилбот под щитобот. Это, конечно, грустно будет. Он будет вечно хилять его, да? Он будет его вечно хилять. Плюс здесь еще и БФГ. А что если я возьму вот этот отряд? Я не знаю, нам понадобится, наверное, грифоны здесь. Очень много. Джаггернаут. Это само собой. Так, пускай этот пустоголовый пока идет. Вот, 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 началось. Так, ну что, для начала Джаггера. И следом, следом, ребята, вызываем. Видишь, что-то вытворяет. Вызываем баллисту. Вот, 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 начинается отхил, друзья мои. Клетку. Срочно клетку. Так, сердечко взяли. Блин, мне не нравится. Так, заморозка успеет? Не успела. Давай, 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 Грифоныч. Так, бросаем клетку. Ты смотри, как замечательно у нас получается здесь. Вообще топчик. Вот это я понимаю. Два грифона сверху поливают, только шорох. Никто из них не успевает здесь выжить. Ай! Вот это да, вот это сейчас было наказание. Вот это было наказание. Весь ряд просто прошили. Так, мы сегодня будем базу-то ему уничтожать? Или будем там воевать до последнего? Поехали, поехали, поехали быстрее. Есть. Три грифона, да, ребята. Хотелось бы, конечно, их прокачать по максималке. Но у меня никак не получается. Недостаточно карточек, понимаешь. Так, и здесь у нас ядерный робот. Ну, давай на всякий случай я возьму, наверное, топовый отряд наш. Пускай он тут с этим отребьем, так сказать, разберется. Можно, в принципе, Ронина выпустить. Ронина, потом мага-рыцаря, да? Как-то так. Давай проверим. О, пошуршал. Вот всегда, всегда выставляй. Давай, давай, руби этого чувачка. Нечего ему тут стоять, прохлаждаться. И пошел Ронин наяривать. Одного за другим, одного за другим. Да, и БФГшки. Кто бы тут ни появлялся, он всех рубит. Так. Минус. Давай, луч. Даже без луча, ребят, успели. Ну что, я считаю, шикарно. Забираем награду. Сундук робота. Ага. Репульсор, хилбот и трансформатор. А вот она, нефритовая долина.
Значит, начинается самурай плюс терракотовый воин. Ну, с этой командой мы, я думаю, легко справимся. Мы возьмем с тобой наших големов. Плюс жаба с молотом. Ну, еще и ниндзя здесь для подстраховки. Эй, парень, успокойся. Так, что, ниндзя, наверное, позовем. Пока этот голем дойдет, мы разберемся здесь уже со всеми. О, вышел. Явился, не запылился, да? Молнию. Так, ну по красоте, что я могу сказать? Идем по красоте. Да на тебе. Явился, не запылился, да? Давай, голем, выходи. Есть. Ну что, ребята, первый поединок прошел у нас великолепно. Переходим на второй. На втором у нас всадник на журавле прибавляется. Ну что, я надеюсь, ниндзя у меня здесь нормально себя проявит. Значит, выпускаем голема, в первую очередь, наверное, да? И ниндзя. Попробуем так. Давай. Шикарно. Так, нам нужно брать массовостью. Чем больше у нас солдат и воинов, тем быстрее будем разносить. Рассыпался. Давай, проминаем. Ползун побежал. Ну, слушай, по-моему, все. Тут будет победа. Он уже ничего. Ё-моё. Так, ребят, тут задолстал этот сосед со своим перфоратором. Мне приходится постоянно нажимать на паузу, как только он начинает сверлить. Поэтому, извините, если какие-то будут здесь, как сказать, недоработочки. Потому что я буду вырезать те самые моменты, где он там херачит. Так, ну что, поехали дальше. Третий поединок у нас. Вуджен. Вот это вот плохо. Блин. Вуджен плюс Терракоша. Ну ты сам знаешь, да? Что Терракоша нам просто не даст подойти к нему. Значит, нам нужно брать тот отряд, где у нас есть грифоны, а точнее вот этот. Но опять же не факт, они будут Терракошу колупать до посинения. Ладно, попробуем с тобой топовым отрядом пробежаться. Быстренько. Так сказать, моментально. Вызову, наверное. Подожди, нет. Хотел прыгуна взять, а потом подумал, он же перепрыгнет через этого и этот нанесет мне урон по базе. На. Слушай, как вариант, можно взять очень много чумных мышей, в принципе, да? О-о-о-о. Явился, не запылился. Так, заморозочка. Да забомбите вы его или нет, это вот. Замечательно. Так, давай, Ронин, выходи. Ну, вроде получается все. Есть. Фух, Вуджен, да, конечно, ребята, бесявый. Ну что, у нас остается предпоследний этап. Блин, а тут Ронина нет, кстати, тут его нет, поэтому чем переживаем. Единственное, что здесь прибавляется, это черепаха Тортила со своей пушкой. Но мне почему-то кажется, что моя баллиста будет намного лучше. Если не в 100 раз лучше, чем его черепаха. Да. Ладно, вызываем Джаггера. Следом. Слушай, подожди, я никого не... Блин. Вот, начинается сейчас будет, ребята, нам. А если я, например, позову... Нет, не позову. Куда они все собрались, я не могу понять. Бегут такие довольные.
Так, черепаху в минус. Неужели успели, успели освободить, прикинь? Клетку. И черепаха там, да? Смотрю, наяривает. Давай, жми. Клетку еще вызываем с тобой. Куда эта клетка полетела, фиг поймешь. Вообще мимо пролетела. Он меня решил доконать своими этими джиггернаутами. Точнее, не джиггернаутами, а терракошами. Джиггернауты это у меня. Смотри, просто не дает мне ничего сделать. Дайте еще одну баллисту позову. Все. Замечательно. Так, ну что, поехали дальше. У нас последний здесь поединок. И опять Вуджен, да? И опять здесь Вуджен. Ведьму я, наверное, вызывать не буду. Хотя можно будет ее позвать, если мы успеем накопить, например, 500 энергии. Да фиг они тебе дадут накопить. Так, маг побежал. Сразу следом выпускаем Ронина. И теперь, наверное, будем все-таки прыгуна вызывать, да? Скорее всего. Нет, чумнуху. Поехали. На, получил в лобешник. Эх, Ронин, если бы ты по замку бы попал, было бы круто. Но все равно нормально. Все равно мы успели уничтожить. Ну что, друзья мои. Сундук Нефритовой Империи нам достает черепаха, тигр. И переходим с тобой на последнюю локацию в этом телепорте. Это Долина Захватчиков. Здесь мы с тобой, наверное, все-таки... Да и вот этот отряд, в принципе, довольно легко разберется. У него что здесь? Страж плюс морпех-слизень. Ну, страж, да. Единственное, что страж здесь, конечно, полностью себя оправдывает. Фиг ты его пробьешь. Но, тем не менее, нам это не помешает. Смотри, как у него мало отнимаем здоровья. Вот и слизень приперся. Ну что, что заглянил? Все? Да выпендривался. Ну а дальше все как по нотам. Сейчас мы его забомбашим. Есть. Больно быстро. Ну это первый этап, поэтому тут всегда так быстро, ребят. Двигаемся дальше. На второй. Блин, хищнец. А у меня отряд остался? Есть. Обычно вот этим отрядом обороняемся мы против хищница. Естественно, естественно, щитобот плюс молотильщик. Все как обычно. Вот он идет. Он начинает бомбить. Мы ему в ответку. И дальше у нас идет кто? Естественно, паладин. Да ладно. На. Сейчас опять он тут начнет. Окей. Так, куда ты разогнался-то? Эй. Побежал он мне, главное. Смотри на него. Паладин сейчас его, да, наказал. Так, ну что, поехали. Смотрим. Третий этап. На третьем этапе нам добавляют Уфо. То есть пришелец, да? Который будет тырить. Который будет тырить. Ну вот посмотрим, насколько он проворный. Мне, в принципе, не жалко, если он будет забирать фехтовальщика. А вот если он будет забирать, например, джиггернаута, вот это уже будет для меня как бы не очень хорошо. Так, пускай он тут летает. Ну что, можно, в принципе, грифона, ребята, или даже жнеца. Давай сейчас жнеца отправим. Сразу же. Пускай он идет тут. Рубани его.
Так, ну и что ты сюда явился? Довольный такой идиот. Сейчас мы тут с тобой армию наклепаем. Все, по-моему, он попал. Да. Очень быстрая была победа. Мы больше ожидали с тобой ману. Да, пока она накопится для того, чтобы призвать нашего жнеца. Так, а вот здесь, ребята, прыгун плюс тритон. Прыгун, тритон, нам надо что-то придумать против этой команды. Также тут еще страж есть. Если вот так вот сделаю. Фигня, да, получается. Давай топовым отрядом попробуем забомбить. Что он там сейчас предпримет? Я вот думаю, может быть, нам ведьму позвать. Ведьма, сам знаешь, она шутковать не любит. Быстро тут на место их всех поставит. Ну, раз он никого не вызывает, давай тогда позовем ведьму, действительно. Что мы теряем? Да ничего. Так, он еще далеко. Тритон появился. Сейчас посмотрим, насколько у нас. Эй. Бус, остынь. Так, чумнуху. Иди отсюда. Нервирует меня. Сейчас его тут порубают на капусту. Замечательно. Вот и все. Практически вообще не дали шанса ему на победу. Ну что, тут, по-моему, последний у нас этап. Лорд пустоты. Ну, само собой, здесь я уже не буду, ребята, шутковать. Здесь все серьезно. Здесь нам нужно как можно быстрее пробомбить его. Причем у него, видишь, замок тоже. Сфера. Слушай, я, наверное, сейчас так же, как и в тот раз, позову ведьму, и пускай она тут с ним разбирается, а пока этот пришелец тут летает, ведьмышка моя будет заниматься делами. Пошли. Сейчас она этого слизня в 3 секунды уничтожит. Ронин. На, думаю, сейчас стырю у него зомби. Никого ты не стыришь. Тритона в 3 секунды завалили. Так, давай, Ронин. Ну, почему-то мой Ронин не хочет выбегать. Все, ребят, без проблем. Ну что, забираем сундук. Сундук захватчика. И здесь нам выпадает. Это все у меня прокачано по полной программе. Так, а вот, ребята, сундук за телепорт. 15 всадников на журавле, 14 УФО, НЛО и 14 ракетных ботов. И мы заходим в новый свеженький портал. Так, чумная мышь сразу же с големом начинается. Вот такая вот передряга. И, наверное, я возьму вот этот отряд, где у нас есть ниндзя. Вот с этого отряда начну. Естественно, ребята, ниндзю будем вызывать против чумнухи. Но тут лучше не так даже делать. Тут лучше делать так. Выпускаем, например, голема. Блин. Пока, видишь, чумнуха отвлекается. Мы начинаем. Оп. Оп. Вот тебе и оп. Вот тебе и оп. Сейчас начнет. Молнию. Е. Прижучили мы там, короче, чумнуху. Давай. В минус. Ну все, тут уже нормально мы, ребята, армию собрали возле его ворот. И никаких проблем не было по уничтожению замка. Второй этап. Здесь опять то же самое, только появляется еще и призрак. Окей. Думаю, мы справимся. У нас, по крайней мере, у нас есть големы. То есть довольно крепкие юниты, которые могут выдержать. Единственное, да, что у него чумуха. Она пролетает, она, как бы сказать,
Не буду здесь долго тютюкаться. Вот я считаю, ребята, это несправедливо, что у него призрак на постоянку летает, а мой, когда я вызываю, нифига. Мне приходится моего постоянно вызывать самому. Есть. Молния прижучила чумную мышь. Вызываю все, что у меня есть. Даже вражескую чумную мышь завербовали к себе. Она стала воевать против себя же. Ну что, погнали дальше. А третий этап. Опа. А здесь у нас вон кто прибавляется. Служитель тьмы. Да, тут тогда похуже будет. Что нам делать? Этих он, она вообще на раз. Молотильщика вообще с полточка разбирает. Тут надо... Я даже не знаю, что надо. Если вызываем, например, паладина, но его надо прикрывать тогда чем-то, кем-то. Например, взять молотильщика, если только. Уничтожить быстренько големов. Но быстренько, как обычно, ребят, у нас не получается. Видишь, что творит? Это просто молотильщик потерял свою пилу. Ну, и этим самым он уничтожил. Идите сюда, достанут же, а. Давай, ребята, давай, проминаем. Ну все, крышка ему. Хорошо, хорошо пошло. Ну что же, мы двигаемся дальше, и дальше у нас предпоследняя миссия. Так, тут некро. Блин, некро и призрак. Еще и чумнуха. Слушай-ка, если я возьму... Блин, это же отряд нам пригодится на последний поединок. Блин, я не знаю. Так, квест завершен, тактик. Тут вся надежда только на молотильщика. Он может нам здесь хорошо помочь. И все, ребят, если это некро будет вызывать колобков. Друидку можно позвать, в принципе, да. Что-то я не подумал. Она же у нас вообще топ. Вышел. Точнее, вышла. Слушай, а мы, наверное, успеем с тобой сейчас призвать. Да-да-да-да-да. Я слышал, что там чумнуха зашуршала. Чтоб ее. Так. Молодец. Минус голем. И все побежали довольные. Ай, красота, ты посмотри. Просто красотища. Давай еще, наверное, одного всадника на журавле вызовем. Чтобы нам так было быстрее разобрать их. И я думаю, что все, тут победа. У нас тут хилы стоят, так что просто армия у врат противника. Итак, последний этапчик у нас здесь. Это будет тут старый воин. Старый воин, старый дед. Ну что, давай возьмем топовую нашу команду. В принципе, чё? Рунина выпускаем, да? Вместе с магом. Они тут делают дела. Ну-ка проверим. Сейчас голему. Тюф! Блин, вышла эта кикимора, блин. Да-да-да, чумнуха вылетела. Давно не виделись, называется. Давай-давай-давай, Рунин. Опа. О, вот это вот бесява, конечно. Колобки эти бесевы, прям вот не могу, ребят. Что-то, мне кажется, сейчас еще и выйдет босяцкий. Что-то такое предчувствие почему-то у меня. Нет. Фу.
Я думал, мы сейчас увидим с тобой старого деда во всеоружии. А он даже и не подумал прийти. Как хочет, как знает. Одержите победу в битвах на аренах 15 раз. Ну что, забираем сундук нежити. 9 кристаллов. Старый воин. Так, ну что, территория роботов начинается, да? А почему бы и нет? Возьму. С удовольствием возьму этот отряд. У нас тоже будет щитобот. И тоже будет молотильщик. Ну, эть, хорошо. И этого тоже должны пропилякать. Молотильщик, ну куда ты вперед, батьки, в пекло-то идешь? Еще и всадник на журавле у нас тут. И еще один молотильщик. Ну ведь красота, правда? Просто красотища. Даже пикнуть не успеет. По красоте. Ну что, давай дальше. Второй этап. Где у нас там что? А что, осталось только на одном отряде только лишь? Ё-моё. Блин. Это на самом деле не айс. У нас с тобой один отряд остался. Ну, допустим, я позову Джиггернаута, да? Так. Но этого мы должны сразу уничтожить. С этим пока пошиться еще придется. Товарищик в ярость вошел. Да-да-да-да. Вот сейчас, если он, ребята, поймает, это будет плохо. Тебя не толкай, ты запарил, а? Еще вытворяет. Видишь, что делает? Он еще такой крепкий, он не сразу погибает. Как бы нам это хотелось. Он еще выпендривается здесь. Да и ураганчик, что ли, я не знаю. Всех, прикинь, всех поймали. Угу. Я, наверное, все-таки попробую, друзья, позвать жнеца. Что-то как-то тут, если честно, напряженно идет. Так, дед, выходи. Точнее, жнец. Так, и еще одного грифона позову, на всякий случай. Вместе с фехтовальщиком. И бабах, все, ребят. Разнесли. Так, если не ошибаюсь, у нас еще одна энергия всего лишь осталась. Именно на этом отряде. И тут Джиггернаут. Молотильщик и щитобот. Ну, Джиггернаут у него... покруче, чем мой, именно по звездности. У меня 4 звезды, а у него, как ты понимаешь, уже 5. Поехали. Так, сразу нахлобучили мы этого. Так, нам нужно, знаешь, что сделать? Опс. Что-то пошло не так, ребята. Что-то пошло не так. Твою налево, блин. Ну ты сам все прекрасно видишь, блин. Что тут делается? Ну где моя, блин? Ах. Так, жнец, выходи. Тут вообще что-то напряженка капитальная пошла. Капитальная напряженка. Он решил меня сегодня достать, что ли, не пойму. Ну,
Есть. Уничтожили. Слушай, ну сегодня, по-моему, мы ни разу не проиграли или проиграли. Ну там вроде бы не проигрыш был. Так, получается, что энергии у нас не осталось вообще, да? Ни на одном отряде. Ну, этот я брать не буду, сам понимаешь, почему. Да, друзья мои, тогда на сегодня мы с вами будем закругляться. Так что всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.